Здравствуйте, товарищи! От имени тех организаций, которые учредили Красный университет, поздравляю вас с началом нового учебного года, и мы желаем вам успешных занятий на пользу вашу и на пользу нашей страны. Учредили наш Красный университет две организации. Это Фонд рабочей академии, которую я представляю как президент Фонда рабочей академии, и Ленинградское интернет-телевидение. Здесь присутствует Владимир Владимирович Проня, ректор нашего университета и руководитель Ленинградского интернет-телевидения. Вот две эти организации взяли на себя ответственность за то, чтобы организовать систематическую работу Красного университета, в чью задачу входит комплексное изучение современного марксизма. В дипломах, которые выдаются, а мы их, наверное, в перспективе будем высылать по электронной почте, чтобы можно было только распечатывать в цвете. Говорится, что товарищ завершил курс Красного университета вот за подписью ректора товарища Пронина и моей как президента Фонда рабочей академии. И это обучение у нас продолжается сначала один год, первое отделение, и второе отделение, имея в виду, что в ходе изучения проблем первого отделения выяснится, что учиться надо всю жизнь, второе отделение на всю жизнь. На всю жизнь это означает, что вы имеете право обратиться всегда в Красный университет, прислать то, что вы написали, или получить какую-то поддержку в этом плане. То есть мы проводим такую линию, что мы не расстаемся с нашими слушателями, а слушатели переходят к высшей форме обучения со второго года. А высшая форма обучения всегда была какая? Самостоятельное изучение. Ну, вот, чтобы это самостоятельное изучение шло в правильном направлении, эту задачу мы должны решить в течение первого года, в течение тех занятий, которые закончатся у нас в мае 1920 года. Это первое. Теперь занятия будут у нас проходить так, как решил ученый совет, который недавно состоялся, что они проходят с 19 часов до 20 лекция, час. Потом 10 минут перерыв и 50 минут ответа на вопросы. Ответы на вопросы, мы предполагаем, могут быть а. по этой лекции и б. любые другие. Почему? Потому что все наши товарищи в той или иной степени ведут пропагандистскую работу, объясняют людям, что происходит, объясняют им, как надо действовать. И поэтому они должны отвечать не тогда, когда дойдем мы до этого в курсе, в том или ином, в том или на той или иной лекции или семинаре, а тогда, когда этот вопрос встает. И чтобы можно было сразу ответить, с учетом того, что на некоторые вопросы преподаватели смогут ответить, я надеюсь, на большинство. Но если не ответят, значит, будем искать коллективного ответа общим разумом. То есть вот эти 50 минут очень тоже важны, потому что у нас не простой университет, у нас университет не оторванный от нашей общественно-политической, экономической и семейной жизни.
Поэтому, скажем, мы учимся, мы поэтому не каждый день, а раз в неделю, потому что можно, так сказать, хорошо себя запрячь, но потом не смочь вытянуть. То есть это, как показала практика предыдущих 7 потоков, вполне, так сказать, по силам, вполне возможно делать, хотя, как вы понимаете, так сказать, приходится не просто слушать лекции, а выполнять определенные задания. Вот усилиями проректора мы уже добились того, что больше чем на полстраницы ответ на вопросы мы не принимаем. Так, значит, Валерий Александрович у нас проректор по учебной работе, и он, так сказать, с вами будет держать связь через систему дистанционного обучения. У него есть помощник в городе Москва, столице нашей Родины, товарищ Кузьмин Алексей Вячеславович, который, так сказать, вместе с Валерием Александровичем эту задачу будут решать. То есть вы через систему дистанционного обучения будете высылать ответы, а чтобы выслать ответ, надо будет его написать. Сразу хочу сказать, что вот на редкость хорошие ответы пишут наши слушатели. На редкость. И думаю, что вы наверняка не будете исключением. Мы уже немножко поговорили тут, пока стояли у метро, в метро и по ходу дела. И выяснили, что товарищи, независимо ни от какого университета, уже занятия сами ведут, сами занимаются, и поэтому этот процесс уже идет. Если бы у нас было только слушание лекции, это было бы что? Потребление знаний. А если вы много-много-много знаний будете потреблять и потребить, и кто вы будете? Потребитель знаний. Правильно? А мы хотим стать кем? Действующими фигурами нашей общественной жизни. Поэтому мы должны быть не потребители, а, во-первых, мы должны научиться их воспроизводить. Вот почему? Потому что понять, значит, выразить в понятиях. Только тот, кто сможет выразить в понятиях то, что преподавалось, тот, значит, понял. Тот, кто не сможет выразить в понятиях, пока не понял. Поэтому некоторые говорят, без понятия. Это правильно говорят вообще. Если без понятия, то, значит, не понял. Как? Потому что никакого другого определения нет. Вот кошки, мыши, они без понятия, а человек понятие может выразить, что он хочет или чего он добивается. Пример. Вот что вот это вот все кругом вот нас сейчас? Это вот, кроме живых людей. Что это? А? Это правильный ответ. А чуть-чуть поконкретней? Можно я конкретнее скажу? Это природа. Согласны? Какая? А? Не живая. Созданная человеком. Ну, вот там лучше красивее сказал. Конечно, преобразованная. А так не живая. Вы как-то так, это кладбище, что ли, природное здесь? Мы на кладбище пришли. Вот вроде вы и правильно сказали, но какой-то подтекст странный. Вот там товарищ говорит, преобразованная природа. Приятно сидеть стало. Это что? Это очеловеченная природа. Очеловеченная. Вот все это. Еще красивее звучит, правда? Это же все дело рук человеческих. А где это вот, вы где сделали ваш телефон-то, Валерий? А, в Китае. Китайцы нам помогают. Сейчас у нас все производство общественное в мире, и поэтому сейчас найти концы, где что сделали, очень тяжело. Очень много. Ну вот, это вот о том, как будут проходить занятия. Теперь я уже говорил, но на всякий случай повторю, поскольку повторение есть мать учения, что вот мы сегодня занимаемся не в обычный день, потому что обычный день занятий – среда, 19 часов. С 19 до 20 – лекция, 10 минут перерыв, и после этого 50 минут ответа на вопросы. В следующий раз в обычный день, в среду будут занятия, здесь же. Следующую среду здесь же будет занятие, уже не я буду, а по расписанию. Валерий Александрович, вы напомните потом, кто будет. Да, Юрков. Юрков Кирилл Валерьевич. Очень похож на Гегеля. Да. Не обращайте на меня внимания. Далее. А потом, значит, вот после двух занятий здесь, третье занятие будет в том помещении, которое я вам показывал, когда мы останавливались на улице Курчатова. Вот и все. Ну, а сейчас я объявлю тему
лекция, и тут начнется лекция. Тема лекции у нас звучит так: философия и проблема истины в марксизме. Вот я, поскольку предварительную разведку вел у нас в порядке подготовки к лекции, уже выяснил, что наши товарищи знают, причем очень многие, что философия изучает что? Всеобщее. Ну, а более точная формулировка выглядит так. Философия изучает всеобщие природы, всеобщие законы природы, общества и мышления. Всеобщие законы природы, общества и мышления. Вот, наверное, все представляют, все знают, что у нас идет развитие разделения труда. Все больше и больше, больше людей разделяет виды труда, и все специалисты, специалисты, специалисты. Специалист подобен флюсу, как вы понимаете. То есть он хорошо разбирается в своей проблеме, и давайте здесь поставим и плюс, там, где флюс. А во всех остальных вопросах он на уровне телевизора разбирается. Почему? Потому что самостоятельно не изучал, и поэтому у него представление телевизионно-газетное и так далее. Или, можно сказать, такое обычное или обывательское. Поэтому, хотя кажется, что человек такой разносторонний, вроде бы образованный, на самом деле он образованный в одном. И вот в связи с этим развитием специализации, можно сказать так, что чем больше развивается разделение труда, тем меньшее количество людей могут сломать, испортить работу тем большего количества людей. Правильно? Ну вот помните, бывает на выключение электроэнергии, вдруг раз, и какая-то система защиты, которая должна защищать нас, она так здорово защищает, что отключает целые регионы, города. Отключает от электроэнергии. На всякий случай, чтобы вы там не включили где-нибудь, раз и отключили город Ленинград. Ну, Ленинград пока не отключали. Но целые города отключают в разных странах. И у нас в том числе это было. Но это вроде еще не вредительство, это так получается не очень здорово. А ведь, как вы понимаете, значит, всегда можно нарушить работу какой-то сложной системы, сломав или испортив один ее элемент. Поэтому выход из этого какой? Философию надо изучать. Потому что есть, раз есть такая наука, которая говорит о всеобщих законах природы, общества и мышления, надо знать очень хорошо то, чем вы занимаетесь профессионально, еще философию надо знать. Потому что тот человек, который знает философию, он знает все. Самое общее о чем? Обо всем. И всегда можно ответить на вопрос, но если не получается конкретно, в более общем виде. Вот спросите меня по любому вопросу, я вам отвечу. В крайнем случае скажу, что это бытие, если спросите, а что это такое? Правильно. А если не будет этого, у тебя будет ничто. То есть на вопросы очень просто отвечать. Но и по степени, в зависимости от степени, так сказать, своего знания философии, можно более глубоко. И наоборот, специалисты в самых разных предметах, они уже вот на такие вопросы, которые связаны с изучением противоречия, отвечают очень слабо. А у нас есть что-нибудь в жизни непротиворечивое? Что-нибудь есть? Нету. Иногда вот мне приходится объяснять товарищам, водителем. Говорит, а чем вы занимаетесь? Я говорю, философия. А чем? А дальше что? Диалектика. А что это диалектика? Я говорю, вот вы вот водитель? Водитель. А вот вы едете? Я говорю, я еду. А вот вы в этой точке находитесь? Да. Ну, а как вам удалось так затормозить? Что вот только находиться в этой... Если вы находитесь в этой точке, значит, вы не едете. Логично? Тут говорит, логично. Ну, а можно я пока не буду тормозить? Нет, пока говорю, не надо. Ну, раз вы эту точку проезжаете, вы проезжаете ее? Проезжаете, значит, вы в ней не находитесь. Логично? Он говорит, логично. Так вы находитесь или не находитесь? Что-то вы начинаете путаться в показаниях. Вы давайте отвечайте, где вы находитесь в этой точке или не находитесь? Он говорит, ничего не понимаю. Вот это и есть диалектика. Но есть по этому поводу и такой короткий рассказ, анекдотический, как... Философ приехал в деревню, его встречает дед. Спрашивает, ты кто? Я философ. А чем занимаешься? Диалектикой. А что это такое? Ну, дед, что ты спрашиваешь? Нет, мил человек, мы тут грамотные,
радио слушаем, телевизор смотрим, газеты читаем, а вы, как образованный человек, должны нам объяснить. Ну, хорошо, дед, объясню. У вас баня есть в деревне? Есть. Вот идем мы с тобой в бане. Ты грязный, я чистый, кому мыться? Тот говорит, мне, конечно, дед говорит. Ну, что ты мелешь, дед, посмотри, ты все равно грязный, что тебе мыться? А я чистый, мне чистоту поддерживать надо, мне надо мыться. Понял, дед? Тот говорит, понял. И это все? Нет, это не все, это тезис. Второй раз идем мы с тобой в баню. Ты грязный, я чистый, кому мыться? Дед говорит, да понял я вашу диалектику. Тебе надо мыться, ты чистый, тебе чистоту поддерживать надо. А я все равно грязный. Мне-то чего мыться? Дед, ну что ты мелешь? Ты посмотри на себя. Посмотри, какой ты грязный. Тебе надо мыться. А мне-то чего мыться? Я чистый. Понял, дед? Тот говорит, понял. Это, дед, антитезис. И вот третий раз, дед. Идем мы с тобой мыться в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Дед говорит, ничего не понимаю. Вот, дед, это и есть диалектика, синтезис. Значит, почему называется диалектика? Диалектика от слова «два». Правильно? «Ди». Некоторые товарищи, хотя это, так сказать, диалектика, они думают, что тут только двойками все идет. Ничего подобного. Общий ход движения и общий ход развития, который описывается в диалектике, он такой. Сначала дается тезис, то есть это бытие предмета. Потом его определенность. Определенность – это отрицание. Отрицание этого предмета. Тогда уже определенный у вас предмет. И снова возвращение к бытию, но обогащенному вот этой самой определенностью. А это синтезис. Ну вот в том рассказе, который я только что воспроизводил, там это и есть тезис, антитезис, синтезис. И так построена вся наука логики Гегеля. Учение о бытии, потом отрицание, учение о сущности. Сущность, потому что это снятое бытие с отрицанием. А потом возвращение к бытию. Но к какому бытию? Которое является отрицанием уже сущности. Но уже такое бытие, которое содержит в себе сущность. И это отрицание бесконечное. Бесконечно отрицает всякое другое. Сказать, а как это применить к жизни? А очень просто. Вот был первобытный коммунизм. Был коммунизм? Много народу жило в этом коммунизме? Много. Сколько лет? 90 тысяч лет жили при коммунизме. Потом отрицание. Можно сказать, большая формация, частнособственническая. Рабовладение, феодализм, капитализм. Это все общество, которое построено на отрицании общественной собственности. Правильно? Вот антитезис. А потом возвращение к коммунизму. Синтезис. А какому коммунизму? Ну, такой, который бесконечно отрицает частную собственность. Потому что как можно представлять себе общественную собственность? Как постоянное отрицание частной собственности. Поэтому иногда вот удивляешься, как написано у Маркса и Энгельса, говорит, все наше учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. Поэтому, если вы вот пришли изучать марксизм, вот эту фразу я вам сказал, все, на этом занятие разрешите считать законченными. Да? Так? Раз все наше учение может быть выражено одной фразой – уничтожение частной собственности. А как можно уничтожить частную собственность, если мы дальше начнем думать? Мы же не останавливаемся на том, что мы получили как результате. Потому что каждый результат потом в науке берется как новое начало. А уничтожить частную собственность можно только создав общественную собственность. Потому что если вы будете уничтожать машины, оборудование, дома, сооружения, это не будет уничтожение частной собственности, это будет уничтожение объектов частной собственности. Вместо того, чтобы их обобществлять, их начинают уничтожать. Это совершенно неправильно. Но мысль главная, которую я хотел вот подчеркнуть, прежде всего, что вот изучая философию, мы
находим соединение всех людей в том, что они знают истину о всеобщем, а то есть обо всем. Потому что если я знаю, что такое человек, то я знаю и про вас, и про себя, и про Валерия Александровича, и вот про Сергея Викторовича, и про Владимира Владимировича, и про Бориса Николаевича. Правда? Что это все люди. Это же приятно, вот я знаю, что вы человек. Ну, не зверь. Хорошо же, правда? Это как-то приятно. Вот и вам приятно. Ничего плохого, ведь вам не сказал, что вы человек. А можете сказать, что такое человек? Теперь резонный вопрос. Это что же задача философии? Если вы не можете сказать, что такое человек, может, мы и не люди. Собрали здесь, что-то шли, потом сели. А кто мы? Чего вы тут делаете организованной группой? Человек – это кто? Не, интересно, я буду 50 минут отвечать на вопросы, а вам спрашиваю один вопрос, вы не отвечаете. Как-то нелогично. Существо, мыслящее и трудящееся. А? Существо, мыслящее и трудящееся. Существо, мыслящее и трудящееся. Запомнили? Вот если вы человек, чтобы никто не разговаривал никогда. Есть существо, должно быть мыслящее и трудящееся. Думайте, что хотите, и работайте. А потому что что вам делать, я приду и скажу. Это отличный состав для капиталистической экономики, правильно? Шмейка, и мыслящие, и работают. Главное, чтобы не ели, не пили. И не спали, и не говорили. Могут говорить так. Нет, не надо. Нет, сказано. Мыслящие работают. Никаких разговоров. Вы что? Будет разговаривать. Он начнет говорить, не закончит. А работу надо делать. Идеальный материал для капитализма. Значит, высказывание ваше правильное, потому что каждый человек мыслящий и работающий. Это потому что, если это человек, да, это правильное, но не истинное. Потому что есть такие понятия в философии, как правильность. Вот с правильностью мы уже разобрались. Это положение, которое вот верно соответствует тому, что есть. А в какой степени, полностью, не полностью, это второй вопрос. Ну, есть, да. Вот, например, сказать, вот если я про себя говорю, я могу сказать, проще, я твердое тело. Вы же не будете говорить, что я жидкость. Поэтому я признаюсь, что я твердое тело. Только не надо это проверять, как оно, это тело будет там, перемещаться в пространстве, если его выбросить в окно. Вот это правильность. Когда есть вот соответствие чему-то, какому-то понятию, есть соответствие? Есть. Я уже спрашивал, когда мы только сюда собирались, а есть тут люди без недостатков? Ни одного не нашли. А эти же недостатки, они же в отрицательных действиях, в антиобщественных проявляются. Вот беда. Тоже правильно. А еще есть понятие достоверности, и Гегель об этом говорит. Достоверность. Это что значит? Пошли проверять. Действительно, вот там то, что вы сказали, пошли проверять, оказалось, что это существо трудящееся и мыслящее. Вот проверили мы, так оно и все подтвердилось, то, что вы сказали. Поэтому это, говорит, уже истина достоверная у нас, не только правильность. Вот, но это не есть истина, потому что истина не бывает односторонней. Истина всегда, поскольку все в жизни противоречиво, все в мире противоречиво, все абсолютно. Вот это абсолютная истина, все противоречиво. Если вы будете искать людей без недостатков, вы вообще никого не найдете. Правильно? И если мы будем это проверять, то есть хотим удостовериться, то будем мы все время проверять, искать недостатки. И у всех будем находить. Так что вот достоверность – это еще не все. И правильность – не все. А истина? Истина, во-первых, она не односторонняя. А во-вторых, истина должна пониматься как соответствие понятия объекту. Во-первых, так должна пониматься. Но объект-то противоречив, поэтому если у вас одностороннее представление, никогда вы истины не получите. То есть без диалектики истину получить нельзя. А правильность и достоверность можно. Но более высокое понимание истины – это уже понимание истины, связанное с другим соответствием, соответствие того, что является делом рук человеческих, тому, что он задумал.
То есть, когда речь идет об идее, кто может сказать, что такое идея? Что, безидейные собрались ли? План действий. Нет, по-русски. План действий. План действий. План. То есть, если я вот должен обязательно бумагу взять и там, значит, расчертить все, именно план действий, да? Если плана я не сделал, то если у меня есть идея пойти и поесть, это план действий, считайте, это план. Сейчас это еще модно говорить проект. Причем проект, как мы... Идея – это мысль, отвечающая на вопрос, что делать. Да, то есть это мысль преобразующая. Только она не может мысль сама по себе что-то преобразовать, правильно? А как мысль может преобразовать что-нибудь? Вот Маркс писал, что идея, которая владеет массами, становится материальной силой. А если она только в одной голове, она материальной силой не становится. Она массой, потому что массы будут делать то, что они задумали. А если я задумал, что вот потолок белый, это идея? Нет. Тут, никакой, тут нет никакого ответа на вопрос, что делать. Потолок белый. Это у нас первая лекция. Какая тут идея? Никакой идеи нет. Если бы эта идея в том, чтобы дала первая, то это похоже уже на последнюю лекцию тогда. У нас идея в том, чтобы у нас продолжались эти лекции, и мы бы с вами дошли до результата, по крайней мере, или первого результата с выдачей диплома. А не просто, что вот я пришел на лекцию. Это идея. А если не прийти на вторую лекцию, то это уже идея. Но это идея разрушительная. Возникла идея. У нас идеи было немного. Так, вот идея. Это очень важно, потому что у нас тут начинают говорить информация, 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 говорят, много информации. Вот можно сидеть, так сказать, и с помощью разных средств информации можно вот через компьютер, можно по телефону сообщать. Как у вас там на заводе, что растет производство или падает? Падает. А у вас на заводе, И все будут звонить друг другу, сообщать. Хотите через мессенджеры, хотите через телефон, хотите по WhatsApp сообщать. Как хотите сообщать. И вот все сообщают, и у вас ничего не... Все, так сказать, рушится, и у нас рушится. Давайте все друг другу будем сообщать. И будет мощная информационная буря и поле. Поле, все вокруг. И что? Да ничего. То есть, если информация – хорошее дело, когда можно проинформировать о том, что сделано или что делается. А если есть проекты, и эти проекты ни во что не выливаются, то это проекты, которые остались проектами, являются средством изымания средств из государственного бюджета. Я правильно понимаю? Вот у нас сейчас будут национальные проекты. Если национальные проекты не охватывают масштабы России, а являются какими-то точечными, там тут что-то сделать, там что-то сделать, там что-то сделать. И это еще проекты. Вот план, проект плана означает, что нужно этот план реализовать. Если есть проект плана, потом план утверждается, потом план реализовывается. А проект? А проект он так и висит проектом. Что-то сделали, что-то не сделали. И проект берут уже за результат. Ну что это, разве результат это проект? Есть проект реализованный, а есть проект нереализованный. Есть задумка, а есть, так сказать, эта задумка, и так и осталась. Хотелось... делать что-то хорошее, получилось как всегда, как у Черномырдина. И мы же уже знаем. А у нас есть закон о государственном планировании, стратегическом? Нету. Как же нету-то? Как нету? Я вам как вот профессор по кафедре экономики и права сообщаю, что есть такой закон. Откройте интернет, наберите, закон о стратегическом планировании принят. Но! Вот я уже тоже как профессор по кафедре экономики и права не могу объяснить, как можно заморозить принятый закон. Федеральным собранием подписанный президент. Заморозили его по просьбе Улюкаева, который сидит в тюрьме. Но красота. Он за другое сидит. А? Он же за другое сидит. Ну и что, что за другое? Ну, большой силы человек. Большой силы. Он управляет страной из тюрьмы. А тех, вот, кому положено, не уходит, не управляет. Как можно? Ну как можно заморозить? Закон принятый, заморозить, это очень удивительно. Заморожен, так всерьез и говорят. Да у нас много чего заморожено.
Вот если я сейчас лекцию заморожу, 5 минут буду молчать, а потом разморожу. Забавно. Хорошо. Эти нацпроекты, это что такое? Это значит, нет единого национального проекта, нет плана единого. Нету. И будет это, значит, там денежки какие-то, там денежки какие-то. Непонятно, так сказать, какая цель общая, общенациональная цель есть? Я не видел, не слышал. Я бы с удовольствием послушал. Есть какой-то единый план стратегический, тем более состояние нашего производства, какое устройство производства в России такое, что 70% ВВП создается на госпредприятиях. Это не значит, что они там 100% государственные, но больше 50%, там 51%. ГРФ хотел, вот, чтобы последний процент продать, чтобы был частный Сбербанк, но ему не разрешили. Нет, говорит, пусть будет 51, а вы себе можете купить там что-нибудь. Они и купили, управленцы этого Сбербанка. Поэтому они управляют как чиновники, они одновременно еще и капиталисты, но частичные такие. И вот у нас 70%. Значит, на 70% экономики можно составить план? Можно. А почему у них составляют? Так это работать надо. Работать надо. Зачем работать надо, если можно, не составляя плана, иметь отдельные как бы предприятия, которые действуют не как коллективная собственность класса капиталистов российского, а как частная собственность вот тех, кто акционеры. Ну, это значит частично государство российское, частично остальные акционеры, в том числе иностранные. И тогда можно решать, самим решать, сколько, какую сделать зарплату менеджерам, управленцам. Какую нужно сделать зарплату? Такую, чтобы она была больше прибыли. То есть вмещала туда все. То есть зарплата, которые говорят, вот у нас зарплата есть, а также премии, а также бонусы, а также, значит, еще поощрения материальные. Итого, скажем, если вы возьмете государственную компанию «Роснефть», 30 миллионов в месяц у каждого члена наблюдательного совета. Ну, это как бы вот богатые эти наши чиновники. А если победнее там «Газпром», там уже только 15 миллионов. Ну, если «Сбербанк», там члены правления по 24 миллиона в месяц получают. А тут еще какие-то вот представители трудящихся требуют повысить на 1000 рублей. Ну, народ какой, конечно. Нет, тут люди спокойно получают миллионы, молчат. А вы тут требуете... И за копейки удавитесь. Да, за копейки хотят удавить. Жадно. Вот как поступают нынешние хозяева жизни. Вот считайте, что я хозяин предприятия, а это у нас как бы завод. Ну вот такие, как Мордовин, они требуют, чтобы я внедрял новую технику, повышал производительность труда и другую всякую мороку. Мороку. А я вот собрал вас и говорю, ну вы же понимаете, что мы в одной лодке с вами. Я собственник, у меня прибыль, вы работаете. Я ведь без вас и не имел бы таких, ни островов в теплых морях и океанах, ни вилл. Ничего. А вы без меня не имели бы зарплаты. А без зарплаты это ведь плохо. Но вот сейчас такие... Вы же сами знаете. Вы читаете телевизор, смотрите, что с нашей экономикой. Не поднимается она. Ну, раз не поднимается, как-то надо проблему решать. И вот я собрал вас, чтобы объявить вам, что нам надо совместно решить. Либо придется вам на этом закончить свое существование как работников. Ну, я отправлюсь в те самые теплые моря, где у меня есть сам соответствующая недвижимость. Ну, вы понимаете, и мне вас жалко, да мне даже себя жалко, так вот мы с вами срослись так хорошо. А вы сами знаете, сейчас безработица, не найдете же вы себе мест, не найдете, или найдете не скоро, а у вас и ипотеки, и чего такого не набрали, всяких кредитов и так далее. И дети у вас малые, и они будут кричать. Но есть и другое решение. И это только вот с вашего согласия. На месяц, на 1000 рублей будете со следующего месяца получать меньше. Ну, не умрете же, если на 1000 рублей будете меньше получать? Нет, конечно, надо идти по этому вопросу. По-моему, надо. Как вот вы считаете? Если так вот совместно мы решим. Идея эта принимается? Потому что другой вариант я вам уже обрисовал. 1000 рублей. Ну, что такое 1000? Ну, что на 1000 рублей сейчас купишь? Ничего.
По рукам? Все. Со следующего месяца на 1000 рублей меньше. Работаем, продолжаем, существуем, считаем. 1000 человек на 1000 рублей. Сколько? Миллион. Ну так, не кричите уж так сильно. Ну, миллион. Миллион. А сколько месяцев в году? 12. 12 миллионов. И вот, представляете, а этот вот злодей хотел, чтобы я технику какую-то внедрял, производительность труда повышал. Ну зачем эта суета, Валерий Александрович? Вот с народом надо поговорить, он поймет. Вот, он понял. И вот я 12 миллионов в год имею. Приходите, я вас хорошо угощу. И забудьте эти дурацкие идеи про новую технику, планирование там технического прогресса и так далее. Тем более стратегического планирования. Вот придумали тоже. Заморозить. Короче говоря, зачем надо заниматься философией? Философией надо заниматься за тем, чтобы понимать истину истинным образом и понимать отражение мира, и понимать в более высоком смысле, как реализацию идеи преобразования мира. Вот все, что нас окружает здесь, в самые разные были времена это все создано. Если мы проходим по городу, мы видим, то одно было сделано при феодализме, когда красивые особенно дома. Потому что тогда не к прибыли стремились, а хорошо, красиво жить, дворяне. А когда стремятся к прибыли, даже для себя не могут сделать красиво. Уродливые такие здания и сооружения делают. Это все человеческая природа. Вот все, что нас окружает. И в такой форме общественной, в другой форме общественной идет развитие. Что такое развитие? Есть такие категории, которые ну, все должны знать. И мал, и стар. Кто-нибудь знает, что такое развитие? Скажите, пожалуйста. Движение от низшего к высшему. А кто двигается? Фамилия? Агапов. Агапов двигается от низшего к высшему, это называется развитие. Когда Агапов двигается от низшего к высшему, это развитие. А это кто от простого к сложному двигается? Материя. Вот вы правильно это дело сформулировали. Развитие тогда, когда... Поэтому это вот высказывание, оно правильное. Но вы же, наверное, заметили, правильность – это еще не истинность. Оно правильное, можно так сказать. Но лучше сказать движение простого к сложному. Не от простого к сложному, чтобы не возникал вопрос, а кто и двигается-то от простого к сложному? Вы, я, Валерий Александрович, товарищ Пронин, кто двигается-то? Так вот развитие – это развитие... Простого, само простое, нет этого третьего, который двигается. Простое двигается к сложному. А деградация? Обратный процесс, когда сложное превращается в простое, разрушается. И бывает развитие непротиворечивым? Раз все противоречиво, то все в своем движении имеет две противоположные тенденции. Одна тенденция от низшего к высшему, движение низшего к высшему, а другая тенденция – движение высшего к низшему. Вот мы тут лекцию слушаем, но я про вас не буду говорить, я про себя скажу, а я-то умираю. А вы только живете и будете жить вечно. А есть такие люди, которые не подпадают под это, вот про то, что одновременно они идут вверх, знаний все больше, и вот товарища проводили вчера. Есть такие люди, которые... Вот Шутов писал в своих книжках очень хорошо, что из этой жизни еще никто не вышел живым. Мораль. Ну, а у нас появилась возможность... Как говорится, красиво прожить, позаниматься в Красном университете и, наконец, узнать высокое, получить знание. А другие так и проживут, они точно так же, как и мы, завершат свой жизненный путь. Но без этого жалко их. А нам уже не жалко себя, потому что мы тут, так сказать, вдруг и не посчитались всем, что мы уже не школьники. А что где такие солидные, некоторые с бородами так смотрят на меня так. И при этом еще и учатся. Это вообще солидно, как Маркс всю жизнь учился. Это же здорово. Так что дело очень хорошее. То есть движение это противоречивое и идет в порядке борьбы
Противоположность. Я ваш вопрос, я не за... вашу руку я заметил, но я вам сказал, что у нас будет 50 минут, вы можете и две руки тогда поднимать. А пока можете и не поднимать ни одной. Потому что не будет сейчас ответа на вопросы. Ответы на вопросы будут строго по утвержденному графику. С 20 часов 10 минут. А в 20 часов будет перерыв. И вот, значит, изучение философии поэтому нужно для того, чтобы человек чувствовал себя, ну, как бы разбирающимся во всем. Только в одном больше, в другом меньше. Потому что философия – это наука о всеобщем. То есть обо всем можно знать. Вот спросите меня о чем угодно, я вам всегда отвечу. Только я всегда отвечу с какой-то степенью абстракции. Правильно? Вот там уже там сидит вот девушка, сразу сказала «материя», и все. Что дальше спрашивает? Все, она ответила. Материя движется. Лекция идет. Если не знаешь, что такое лекция и что такое идет, материя движется. И всегда есть такой уровень движения вверх, абстрагирования, когда можно сказать, это будет правильно. Вы же просили ответ, вот вам ответ. Ну, более конкретно это не сегодня там и так далее. Так, вот теперь я напоминаю тему нашей лекции «Философия и проблема истины в марксизме». А что такое марксизм? Есть марксизм, можно сказать, это научный, это наука об обществе, современная наука об обществе. И она имеет свою историю и свою структуру или состав. История очень полно и понятно описана в коммунистическом манифесте. О чем там говорится? Краткое содержание манифеста излагаю. В коммунистическом манифесте рассказывается о тех учениях, которые отрицают, ненавидят, критикуют капитализм. Раньше все такие учения, которые критикуют или отрицают капитализм, назывались социализмами или социалистическими учениями. А кто не критикует капитализм? А все его критикуют. Все и всегда. Но он никому не нравится. Почему он не нравится рабочим? Потому что их эксплуатируют. Почему он не нравится крестьянам? Потому что они никак не могут выбиться и стать, они же мелкие буржуа, никак не могут выбиться настоящие буржуа. Если кому и удается, это очень малое количество людей. Основная масса потом падает в ряды пролетариата. Поэтому есть мелкобуржуазный социализм. А первый был, это вот социализм, как бы он связанный с такими наивными, простыми представлениями любого трудящегося. Дальше, если вы возьмете, есть поповский социализм. Вот, например, что говорил Христос. Христос говорил, что да легче верблюду пройти через угольное ушко, чем богатому попасть в рай. Вывод. А вывод такой, богатым здесь надо на земле делать себе такой рай. А вы, поскольку вы не нагрешили, вам-то зачем рай? Отдайте деньги мне и идите с Богом в рай, да. Так, дальше. А вы видели хоть одного капиталиста, кому бы нравился вот наш капиталистический строй? Я не видел ни одного. А послушайте «Эхо Москвы», они все время ругают вот нас в капитализм. Это плохо, то плохо, все плохо. Вот это отрицание, это называется реакционный социализм. Буржуазный социализм. А есть люди, которые красиво рассказывают картины, как будут жить в другом обществе, в светлом. Это кто? Это социалисты и утописты, как Томас Мор и Кампанелла. Вот. Так вот, Сен-Симон, Фурье и Оуэн нарисовали картины настолько близкие к тому, что на самом деле стало происходить потом, после социалистической революции, что вот про них писал Маркс и Энгельс, что это вот люди, они гениально угадали, куда идет развитие общества. Но угадать это хорошо. А как сделать так, чтобы туда оно действительно шло? А для этого нужна материальная сила, которая эту идею
создать общество без эксплуатации, в котором все будут развиваться, и основным законом которого будет обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества, вот эту идею предлагает марксизм. Но марксизм предлагает ее не как светлую идею, которая сама своим светом вас притянет всех, и, так сказать, это реализуется. Он говорит, идея как раз марксизма в том, что рабочий класс по своему бытию, в силу своего материального положения в производстве и в силу того, что его дисциплинирует, организовывает, обучает капитализм, он в силу этого проникается этой идеей, которая выражает его объективные экономические интересы. Эти интересы очень близки и другим трудящимся, но они не способны сами это движение возглавить и провести. Поэтому суть научного социализма в том, чтобы стать теоретическим выражением борьбы рабочего класса. Научный социализм – теоретическое выражение борьбы рабочего класса. И вот Маркс и Энгельс представили новые учения, которые базируются на всем том великом и гениальном, что было сделано человечеством до этого. Это классическая немецкая философия, прежде всего диалектика Гегеля. И это французский социализм, вот эти социалисты-утописты прежде всего, и Оуэн, англичанин, который пробовал эксперименты делать, улучшил положение своих рабочих, но потом разорился. Потому что так не построишь социализм. И построить социализм нужно не сверху. Сам рабочий класс должен прийти, привести мир или страну к социализму. И, наконец, третье – это, собственно, да, политэкономия, которую разработал Маркс в «Капитале», а толкнул его к этому Энгельс, который написал книгу «Положение рабочего класса в Англии». Это самый первый том собрания сочинений Маркса и Энгельса, который начинается с предисловия о том, что я покинул салонные разговоры, красное вино и поехал на 3 года пожить вместе с английскими рабочими, в ту страну, где больше всего развился к тому времени капитализм. Маркс прочитал это произведение Энгельса и решил заняться политэкономией. А заканчивал «Капитал» Энгельс, потому что при жизни Марксу удалось только первый том довести до печати, а дальше Энгельс, можно увидеть его фотографии в собрании сочинений, когда он в очках, подслеповатый уже, доделывает подготовку к изданию 2 и 3 тома «Капитала». Вот у нас в Ленинграде очень интересное есть место у Смольного. Вы у Пропилеев стоите, слева написано «Диктатура пролетариата», справа написано «Первый совет пролетарской диктатуры». Проходите, справа Маркс, слева Энгельс, и упираетесь в Ленина. Ленин за решеткой, чтобы не испортили, как того, который у финляндского вокзала. Пришлось 7 миллионов потратить казне Санкт-Петербурга, чтобы пальто починить, которое какие-то злодеи взорвали. Тем более, что это очень ценное художественное произведение, и, так сказать, оно охраняется государством. И рассматривается как очень хороший памятник культуры. Так вот, у Ленина есть такая статья «Три источника и 3 составных части марксизма». Это какие? Это политэкономия, «Капитал» Маркса, это диалектический и исторический материализм, это, с одной стороны, диалектика, материалистически истолкованная диалектика Гегеля, и исторический материализм Маркса и Энгельса, которые сказали, что общественное бытие определяет общественное сознание. Вот, скажем, такого положения, которое широко распространено, что бытие определяет сознание, вообще нет в марксизме. Бытие сознание не определяет. Вот Маркс был буржуазный интеллигент, а стал идеологом рабочего класса.
Энгельс фабрикантом стал. Когда отец его умер, владелец фабрики. И благодаря этому он, потому что у него отец был фабрикантом, он и поддерживал Маркса, когда тот писал «Капитал». Вот. И при этом и довел до конца издания этих произведений. Дзержинский был дворянином. Ленин 16 лет дворянином был, когда отцу дали, он выслужил дворянство. Так что, ну, наверное, вы знаете, что декабристы, которые выступили против крепостного права, это же были помещики, дворяне, представители знатных родов помещичьих. И что, их бытие определило сознание? Бытие определило сознание? Или сознание их определило, их бытие потом в Сибири? А некоторые поплатились своей жизнью. А тот, кто написал «Путешествие из Петербурга в Москву», он к таможне заведовал петербургской. Так что бытие-то не определяет сознание. А человек есть продукт обстоятельств воспитания. Это цитата из маленького произведения Маркса «Тезисы о Фейербахе». Человек есть продукт обстоятельств и воспитания. Обстоятельства могут так сложиться, что, например, вы окажетесь в Красном университете и будете думать над своим собственным развитием и им заниматься. И тогда из этого самого развития может выйти что-то хорошее для вас и для общества. Почему? Потому что не что вам в голову вкладывают, а что вы развиваете в своей голове, потому что, почему говорится «я учусь»? «С» с мягким знаком что означает? Себя. Я учу себя. Нельзя человека научить, если он не учится. Нельзя. Поэтому в Красном университете мы все учимся, в том числе те, кто преподает, учатся лекции читать. Разве кто-то может сказать, что он уже лучше не прочтет? Ну, это странно было бы. Если человек уже лучше не прочтет, тогда нечего приходить. Как вы считаете? Даже не включим расписание. Да. Короче говоря, вот наше уже изучение в Красном университете показало, что вообще-то такое высказывание, что три части марксизма не очень хорошее. Это не части, потому что части, вот Гегель говорил, части лишь от трупа. Ну как вот ваши части, вот если рассмотреть? Рука, нога, желудок, печень, голова. Что там вообще? По отдельности рассматриваю. Да, печенка, селезенка по отдельности. Поэтому, а есть такое понятие у Гегеля – моменты. Что такое моменты? Моменты – это неотделимые. Два движения в одном движении. То, что не существует без другого. Вот я спрашиваю иногда, например, вот где у вас? У вас рука есть? Где она кончается? Покажите, пожалуйста. Рука где у вас кончается? Везде. А? Нигде не кончается. Ну да, везде. Почему это везде? Не везде. Страшный человек. Все, в ноге, что ли, кончается ваш рука? Что-то вы там себя, так тогда суньте руки в брюки тогда. На кончиках пальцев заканчивается рука. А начинается тогда где? Другой вопрос. Так я другой задаю. Я готов ответить на один. А вы говорите, я на один в ответ ответил, а есть другие люди. Что вы человеку, допрос, что ли, это, да? Я правильно вас понял? Что это у нас не должно быть допросов, а вопросы могут быть. Ну вот, могу сказать, что здесь заканчивается рука? Ну тут начинается, тут заканчивается. Какая-то ее часть, да. Какая-то ее часть. Если речь идет о живой руке, она с кровью, нет? А кровь у нас откуда идет? Из сердца. А если вот я хочу пошевелить, это откуда сигнал пошел? Ну, так вот, даже рука – это не часть тела. Часть тела – это, знаете, у нас бывает такое. Вот раньше продавали говядину так вот, разруб туши там. Тонкий край, толстый край, филей, так все разрисовано. А если это живое, то нету частей, есть лишь моменты. Хотя наши коллеги, студенты медицинских вузов в анатомическом театре режут, конечно, на части, но тогда это не моменты. Это не живой человек, это трупа. Части лишь у трупа. Гегель так и пишет, части лишь у трупа. Поэтому, вообще говоря, вот диалектика, диамата и смат, политэкономия, второе, и научный социализм, как теоретическое выражение
борьбы рабочего класса, и которое можно считать учением о диктатуре пролетариата до полного коммунизма. Вот это называется моменты марксизма. И мы будем изучать марксизм в единстве всех его моментов. В этом особенность изучения марксизма в Красном университете и в этом его отличие от изучения даже в Советском Союзе. Потому что в Советском Союзе вы можете почитать, найти в 16-м томе сочинений Сталина в конце приложения постановление ЦК ВКПБ о том, как организовывать учебу в высшей партийной школе, в Академии общественных наук, там где-то по дороге потеряли научный социализм. И этот научный социализм до сих пор некоторые не нашли, потому что в 1962 году Суслов собрал совещание и ввел научный коммунизм, чтобы забыли такие слова, как научный социализм, забыли, что говорили Маркс, Энгельс и Ленин, и думали бы о том научном коммунизме, которое прилагательное к этим разговорам о коммунизме, которые велись на 22-м съезде. О том, что якобы у нас будет коммунизм через 10 лет. Хотя у нас коммунизм с какого года был в Советском Союзе? А? 36-го. Потому что коммунизм в первой фазе у нас уже был. Коммунизм в первой фазе наступил. И об этом говорил Сталин в докладе о Конституции СССР, что у нас мы вступили в первую фазу коммунизма, или коммунизм в первой фазе. Но у нас есть вот строгий график, на этом я лекцию заканчиваю, перерыв на 10 минут. И ответы на вопросы. После перерыва. После перерыва. Вот что такое диалектические подходы? Диалектические подходы – это именно подходы. Подходы, потому что… Ну, и же определил Гегель. Что? И же Гегель определил. Кого? Ну, диалектику. Ну, не подходы же он определил, а систему диалектики. Системы диалектики не было ни у Гераклита, ни у античных философов, ни у кого. Система диалектики… Нет, не основывался. Нет, это не основа, это предпосылка. Как основа, основа относится к учению самому, что есть основа этого учения, а это не основа. То есть считать, что диалектика основывается на вот этих произведениях, нет, она их в себя вбирает, это да. Я не читал сам, но он даже приводил пример, что вот закон, допустим, переход количества к изменению качественного, есть в античной философии. Да, вот отдельные есть как раз. Это и означает, что кусочки были, а целого не было. Вот вас на кусочки разобрать, где будет основа? Понятно. Основа будет там, где вы будете лежать. Это разные вещи. Это означает, что люди как раз не берут самого главного. Нет, он не отрицает, он просто... Как не отрицает, если когда вы говорите, что это основа? А что такое основа? Это где? В какой книге написано «Наука и логика»? Основа, что такое? Это во второй книге написано. Учение о сущности, да, правильно? Да. О. Так основа относится к самому предмету или она за рамками его? Нет, она как бы... А пара как называется? Основа и что? Пара как соотносится? Вот когда об основе, речь об основе идет. Какие там пары берут категории? Основание и основанное. Основание, а другое основанное. Вот это пара. И основания без основанного не бывает. А если уберут какие-то основы без основанные, это никакие не основы. Вот вы не видели, фундамент начали, вот, особенно в советское время, сложили фундамент каких-то зданий, заводов, и ничего не построили. Это основа? Да. Нет. Ничего не построили на ней, никакая это не основа. Это просто выброшенные деньги и выброшенный труд. Какая это основа? Основа это вот если вот это здание построили, вот его фундамент – основа. А если фундамент есть, а стенок нет, это не основа. Он говорит в том тезисе, что все философы, и Маркс, и Энгельс, и Ленин, соответственно, они как бы, их процесс обучения состоял в изучении философии античности, соответственно. Нет, процесс изучения, если так он в этом состоял, так вот такое изучение, изучение бывает у плохих философов, потому что есть вот, когда начинают доходить до докторской диссертации, то, значит, два варианта. Или дают докторскую по какой-то современной проблеме, которая
требует изучения предшествующей философии. Или история философии. Тогда вот эти рассказывают поштучно, как и кто что сказал. И кто что сказал, всегда можно написать. Без особенной глубины, без особенных знаний. Это история философии. Если вы будете читать вот сейчас все, что было написано до Гегеля, вы никогда до Маркса не дойдете. И закончите свою жизнь где-нибудь на средних веках. В этом и фокус, что вот есть такое кумулятивное движение. Системы в науке – это редкость. Вот, скажем, есть в физике всего две системы. Одна система ньютоновской физики, и другая система – это физика эйнштейновская, теория относительности. В химии пока только одну систему создали – периодическую систему Менделеева. Она включает все те достижения, которые были. Если она не включает, она не система. А в философии – это гегелевская система и система, вот, которую Маркс и Энгельс разработали. Энгельс. И все. Что? Гегелевская сложна. Раз она сложна, то есть она сложена из частей. А вот когда вы берете отдельные, вы не берете, это не части, это никакое не сложение. Это все вы розницу берете поштучно. Это вовсе не сложение как раз. Да. Части лишь у трупа, это Гегель говорил, да, или Энгельс? Гегель. Гегель. Ну, или Энгельс приводил это тоже. Да, он приводил просто. Да, в диалектике природы. Человек говорил определение, что такое человек, вы не дали полное определение. Не дал, а могу дать. Ну, спросите, я дам. Так, можем мы начинать, да? 10 минут прошло. Сейчас. Так, приступаем к ответам на вопросы. Мне вот сейчас меня критики подверг товарищ, говорит, что я не дал ответ на вопрос, что такое человек. А меня никто не спрашивал. Да я спрашивал. Мне дали ответ. Ответ не совсем полный. Правильный, но не истинный. А меня не спрашивали, если спросят, я отвечу. Они спрашивают, я человек скромный, сижу, молчу. И так могу промолчать 50 минут. Так. Можно еще раз определение достоверности? Достоверность – это значит то, что проверено. Правда, которая проверена, уже не просто правда, а достоверность. Вот у нас есть такое интересное понятие в праве. Вы, наверное, знаете, что есть следователи, да, а есть дознаватели. Различайте эти фигуры. Есть следствие, есть дознание. Вот смотрите, какое слово красивое – дознание. То ли я уже все про вас знаю, почти все, немножечко мне дознать, и уже можно вас решать с вами все делать. Или это до всякого знания, еще никакого знания нет, а уже штрафуют. И есть дознаватели. Дознаватели – это те, которые тоже непонятны. То ли они уже почти все знают, немножко дознают и делают уже решение. То ли они так до знания и не доходят, так они дознавателями остаются, до знаний. У них знаний нету. А следователи, они это все исследуют. И доводит дело до конца. И как только это серьезное наказание предполагается, связанное с лишением свободы, это следователи. Так что это вот во многом вы увидите. А вы знаете, что есть решение суда такое, дать ниже низшего предела меру наказания? Слышали такое? То есть установили предел, говорит, отдаем ниже низшего предела. В чем тогда предел? А что такое предел, кто знает? Кто забежал вперед? Ну вот и переходит, суд ее взял и перешел. Ее все время и переходит. Совершенно верно. Так, еще вопросы? Пожалуйста. Клава Васильевич, я вот хотел спросить. Вот есть три формы постижения мира. Религиозная в образах и в понятиях. Я по сфере своей деятельности занимаюсь постижением мира в образах. Вот, я планирую. Я режиссер становления. Вот, просто так сказать. Вот, мне хотелось бы изучать мир в понятиях, потому что, ну, понятие все-таки более высокая форма постижения. Вот. Но в то же время вот такое противоречие возникает, что мне по роду своей деятельности необходимо мир постигать также и в образах. Вот как это взаимодействует? А где вы прочитали, что постижение в понятиях более высокая форма постижения мира, чем постижение в образах? Где вы такое прочитали? Откуда вы такое взяли? Ну вот Гегель говорит, что есть, где он говорит, в философии духа,
что есть три формы постижения мира. Постижение, мир постигает. Это религиозное постижение, когда мы нашу земную жизнь представляем как жизнь на небесах. И все они поразительно похожи. Посмотрите, как похожа мать Христа, как она похожа на обычную женщину, да? Вот. Или другие картины, которые рисуют. Почему имеются преподобные, скажем, преподобный Николай? Преподобный – это подобный. Кому преподобный? Богу. Да, если он Богу подобен, то Бог подобен и человеку. В обратную сторону. Если один треугольник подобен другому треугольнику, то, соответственно, и в обратную сторону верно. То есть это надо понимать. Поэтому и религия не отбрасывается, потому что человечество прожило известное время без науки. И, между прочим, оно постигало без науки, но в образах оно с самого начала, с наскальных изображений, начало свое постижение мира, ну и религиозное отражение мира. И поэтому, скажем, отбрасывать такую вещь, как Библия, не надо, потому что это своего рода история человечества, но изложена в такой вот форме, которую надо понимать, что эта форма, ну, такая религиозная, фантастическая. Ну, всякая. Но есть такие фантастические книги, которые содержат в себе содержание, в том числе содержание, относящееся к нашей реальной жизни. Правильно? Тоже о постижении в образах. Ну, вся музыкальная культура. Что значит, как можно сказать, наука выше музыки? Ну, как-то это вульгарно звучит, правда? Или вот возьмем творение великих художников. Я говорю, ну, Репин. Репин – это не математик. И что? То есть нельзя так поставить вопрос. То есть раз это три формы постижения мира, религиозная сама сходит на нет постепенно, мы ее не отбрасываем. А вот что касается постижения мира в образах, это хорошо. А если вы еще будете постигать мир в понятиях, это никак не мешает постигать мир в образах, просто чтобы ваши образы не противоречили уж совсем уж науке. Потому что это тоже было важно. Есть такие люди среди ученых, которые в то же время были и специалистами, и высокоразвитыми, и в сфере каких? И в сфере политической даже. Эйнштейн за какой строй выступал? За капитализм или за социализм? За социализм. Он же создатель теории относительности. Это что, он от этого не создатель теории относительности? Или вот недавно похоронили мы, к сожалению, нашего Жореса Алферова. Жорес Алферов. Что говорил? А он как раз про это вот произведение Эйнштейна рассказывал в одной из статей в газете, в российской газете. И у нас вот мы его приглашали в университет на конференцию, посвященную Марксу. Он первым там сделал доклад о Марксе. А ректором нашего университета был академик Александров, геометр. Он не только участвовал в соревнованиях по спуску, скоростному спуску с гор, слалом лыжный. Там был, значит, академик Александров, профессор Борисов и студент первого курса еще один. Такая у нас команда была, матмеха. Но а что касается академика Александрова, он известный философ и прекрасно знал, владел диалектику. И более того, он организовывал лекции в нашем университете в колонном зале, куда народ ломился. И было гораздо больше, чем здесь у нас находится. И я в числе тех студентов был, который ходил к нему на лекцию. И вот я к нему пришел и спрашиваю. А прийти к нему было очень просто. Он у нас читал, я учился на матмехе, а он читал у нас лекции. И он вышел с лекции из 188-й аудитории. Нет, из 88-й аудитории. Я к нему подхожу и говорю: Александр Данилович, а вот изучать науку логики надо по конспекту ленинскому, философских тетрадях, или по самой науке логики? Он так посмотрел на меня зло, и говорит: Гегеля надо читать. И я пошел от него читать Гегеля. Но мы на вас не кричим. Вопрос можно? Пожалуйста. Вот Тимофей Синичкин задает вопрос: можно ли сказать, что коммунизм — это перенос ответственности с персоналей на общество? А кто переносит? Ну, как бы. Если перенос ответственности, то это значит
есть какие-то высшие силы, которые распределяют ответственность, ее туда-сюда переносят. Мне это непонятно. Так нельзя сказать, так можно, но это будет неистинно. Это не истина, потому что про коммунизм проще можно сказать. Это естественное состояние человечества, которое временно было прервано тем, что развитие производительных сил шло, и развитие человечества шло в рамках частно-собственнических формаций. А потом оно возвращается навсегда в естественное состояние. Почему навсегда? А потому что не будет больше деления людей на тех, кто эксплуатирует, и тех, кто кого эксплуатирует. А вот период разложения первобытного общинного коммунизма, другого способа вырваться из вот, так сказать, такой бедности и такого отсутствия прогресса, какой, большого прогресса, которое было тогда, другого способа не было. Поэтому всему, так сказать, свое в этом смысле место. Рабовладение более прогрессивный строй, чем первобытный общинный коммунизм. Феодализм более прогрессивный строй, чем рабовладение. Уже нельзя убить своего работника, а только продать, купить, продать и бить плетьми. Капитализм, ну, вообще освободил рабочего. Он, кто подчиняться должен капиталисту? Ну, не в рабочее время, а все время. Машины. Он собственник машин, средств производства. А он не собственник рабочим. Он никто этим рабочим. Они вообще знать его не знают. Он может пойти к другому. Это свободные люди от всего. В том числе немножко не свободны только от зарплаты. А от всего остального они свободны. Ничего у них нету, кроме рук. Поэтому, наконец, уже человечество в лице трудящихся и под руководством рабочего класса освобождается от эксплуатации и возвращается к коммунизму навсегда. Почему? Это второе уже отрицание. Первое отрицание было – это отрицание коммунизма, а это отрицание-отрицание. А отрицание-отрицание – это возвращение к бесконечному коммунизму. И как бесконечный коммунизм, он и будет бесконечно. И сейчас мы в это время и живем. 1,5 миллиарда людей живут в социалистических странах. Можно их перечислить. Это Китайская Народная Республика, 1,4 миллиарда. Это Вьетнам, 100 миллионов. Социалистический Вьетнам. Это КНДР, которая в первой фазе коммунизма находится. В коммунизме с родимыми пятнами капитализма. Там 25 миллионов. Это Куба, 11 миллионов. И это Лаос, в котором 6 миллионов. И хватит уже плакать по поводу вот только, дескать, мы только в России. Вот нету здесь социализма. Ну, здесь нет, а в мире-то есть. И, наверное, вы все понимаете, что все перечисленные страны создали свой социализм при поддержке Советского Союза. И Кубу бы давно уничтожили. И сейчас. И, скажем, тот же Кастро принимал Путина как руководителя той страны, где была социалистическая... Других не принимал. Или если приезжал руководитель Венесуэлы, он сначала встретится с руководством, потом идет в Московский университет и рассказывает им про революцию и про Ленина. Никак вот Россия от этого, так сказать, обстоятельства, что она исторически была первой страной социализма, от этого не уйти. И она эту, так сказать, эту идею распространила на весь мир и поддерживала социализм во всех странах. И во многих странах он сохранился, в тех особенно, когда люди сами за него сражались. Потому что, скажем, не так было в Европе. В европейских странах наши войска помогали, а своей кровью это не добыто было и потеряно поэтому. А во всех этих странах, которые я перечислил, хоть вы Кубу возьмите, хоть Корею, там страшная была война, хоть Китай, где была война между Гоминьданом и... значит, армии Мао Цзэдуна. Везде это связано с большой классовой борьбой, в том числе и с большими потерями. Но зато дело это твердое. И в этом смысле движение к социализму и к коммунизму продолжает иметь место во всем мире. Пожалуйста, вот там сначала. У меня возник вопрос такой. Я когда дискутирую с разными людьми насчет актуальности марксизма, пытаюсь их как бы заинтересовать этим, очень часто слышу в ответ, что вроде как это все устарело, сейчас мир изменился, появился интернет, появилось атомное оружие, пошла глобализация и так далее. Что вроде как надо уже по-новому как-то смотреть.
Вот, это как бы это имеет право на все это точки зрения или ничего на самом деле радикально не изменилось и вообще. Вы изменения можете сказать, что такое? Это же категория изменения употребляет товарищи. Значит, вы для того, чтобы им возразить, или с ними просто поговорить, или поспорить, вы должны знать, что такое изменение. Они употребили философскую категорию изменения. Вы знаете ее? В чем состоит изменение? Тогда я скажу. Изменение содержит два противоположных момента. Равенство с собой и неравенство с собой. Поэтому можно сказать так. Раз мир изменился, значит, он остался таким же. Можно так сказать? И можно одновременно сказать, раз мир изменился, он остался не таким уже в чем-то. Но надо соединить и то, и другое. Он остался в том смысле, о каком мы говорим, о социализме, о капитализме. Он как был капиталистический, то уже таким не остался. Вы уже не можете сказать, что у нас мировой капитализм. Вы можете сказать, что у нас биполярный мир. У нас есть капиталистическая часть умирающего капитализма и есть часть, в которой есть страны, которые совершили социалистическую революцию и не потеряли там завоевание этой революции. И есть много стран, которые потеряли, включая Россию. И вот эти страны представляют собой другой полюс и другую часть мира. В них проживает 1,5 миллиарда человек. И к этим странам вовсю присоединяются большие капиталистические страны, которые не хотят оказаться в положении Ирака или Ливии или Югославии. Это все уже буржуазные страны, которые были убиты буржуазными империалистическими государствами, уничтожены. И руководство демократически избранное было уничтожено. Поэтому Пакистан, который, ну уж совсем близкий вроде бы американцам, куда попросился? В Шанхайскую организацию сотрудничества. А Индия, которая время от времени воюет с Пакистаном, буржуазная страна, ну быстро развивающаяся такая, еще на стадии развития. Она куда тоже попросилась в ШОС. Вот их недавно приняли, год назад. Теперь в Шанхайской организации сотрудничества, в центре которой стоит Китайская Народная Республика, которую поддерживает Россия буржуазная, которая тоже нуждается в этой поддержке. Иначе, сейчас, скажем, при наличии такого союза с Китаем, санкции нам никакие не страшны. Там бесконечный рынок и, так сказать, великий технический прогресс. И по покупательной способности, по паритету покупательной способности Китай вышел ВВП по паритету покупательной способности на первое место. Поэтому Китай без России тоже не удержится, потому что у него это слабый в этом смысле ракетно-ядерный потенциал. Но не настолько слабый, чтобы не угрожать Соединенным Штатам Америки. А в таком, в единстве России и Китая у нас явное преимущество получается. И вот поэтому получается группа стран, которые соединились в Шанхайскую организацию сотрудничества, в которой 40% населения Земли. Там ядром является социалистическая страна, крупнейшая, и другие. И те капиталистические страны, которые не хотят быть раздавленными американским империализмом. Вот и все. Поэтому картина сейчас не та. Да, мир изменился. Изменился, уже нет возврата туда. Нет уже. Все, проехали. Вот что вы должны сказать этим гражданам. И ядерное оружие есть не только у капиталистов. А. Да. Пожалуйста. Так, нет, вот здесь было вот раньше. Пожалуйста, вы, а потом вы. Да. Три. Первая реплика. Три у вас? Да, товарищу реплика, а потом конкретный вопрос и абстрактный вопрос. Немножко не по теме. Реплика. Ну, давайте, творите, да. Товарищу можно только позавидовать, что он может постигать мир и в образах, и в понятиях. Так сказать, всесторонне развиваться при капитализме. Вы тоже возьмите карандаш и рисуйте, это будет постижение в образах. Второй вопрос конкретный. Когда вы говорите 70% экономики в государственном управлении или собственном... Не в государственном управлении, а в государственном, управлении вообще нет имени. Там стихия. А в собственности, да. В государственной собственности 70%. Откуда да. Это информация? А? Откуда эта информация? Из статистики. Почитайте, наберите вот... структура ВВП России и получите информацию, она не секретная. Хорошо. Сейчас очень легко это узнать. Третий вопрос давайте. Абстрактно. Если диалектика, ну и философия
наука о мышлении, можем мы сказать, что... Кто это? Уже неверно. Это не наука о мышлении. Это правильно, но не истина. Это наука о всеобщих законах природы, общества и мышления. А вы раз ее и сразу, так сказать, свели к науке о мышлении. Дескать, не надо ни к чему применять. Ни к обществу, ни к природе. И сидите и к своей голове и применяйте. Как вы так здорово поступили? Молодец. Нет, потому что веду немножко по-другому. Диалектические категории, можем ли мы распространить, допустим, на инопланетян? То есть мыслить они... Вы можете. Не запрещено распространять. Если найдете инопланетян, втолкуйте им, сошлитесь на меня, что я разрешил. Так, вот там товарищ. Так, товарищ хотел задавал вопрос. Да. Пожалуйста. В изобретательстве применили диалектический материализм и получили теорию решения изобретательских задач. А есть ли еще какие-то примеры? Не понял. В изобретательстве. Еще раз. Не слышали, да? В изобретательстве? Ну, в изобретательстве, да, применили. Но. Диамат, создана теория решения изобретательских задач. Ну, не, это ерунда какая-то. Совершенно не... При чем тут диамат? Вовсе. Ничего подобного. Теория Эйнштейна совершенно, так сказать, не построена на диамате. Это никакого тут и использования диамата нет. Это совершенно разные науки. Вот. Физика, она не построена на диамате. Физика вообще наука не диалектическая, как-то сама по себе. Хотя достижения современной физики близки к тем выводам, к которым приходит диалектика. Но это в разные прихождения. По разным путям идут к этим выводам. Так, у вас, а потом у вас. Да. Истинно ли, что коммунизм неизбежен для капитализма? Коммунизм для капитализма абсолютно неизбежен. Капитализм, пока он есть, будет капитализм. Он неизбежен для мира, а не для капитализма. Для трудящихся неизбежен. Но это так у вас получилось, что трудящимся просто некуда деваться, и, дескать, все их, куда их жизнь притащит, в коммунизм. Или некоторые говорят, как бы это, что мы чуть ли не приговорены к коммунизму. Дескать, это беда такая надвигается на всех, на нас, что коммунизм неизбежен, и мы туда, и сюда, и уже завели, вели-вели, привели в зал, уже посадили, уже нам не выйти из этого. То есть так надо представлять. Скажите, пожалуйста, счастье в чем состоит? В борьбе или в том, что куда-то неизбежно вас приведут? Ну, трудящиеся, скажем, счастье находят. Борцы за новое дело, так сказать, светлое. Будут песни про тех, что неизбежно пришлось нам делать это. Мы красные кавалеристы, придется нам скакать. Так, вот там. Можно я задам вопрос? Да, задайте. Товарищ пишет, насколько можно считать Китай коммунистическим после реформ 70-х годов? Насколько? На 100% можно его считать коммунистическим в становлении. Что значит становление? Это значит, что там нет еще коммунизма как наличного бытия, даже в первой фазе нету. И как говорят сами китайские товарищи, что мы переходный период у нас к социализму займет, возможно, 100 лет. Вам кажется это большим периодом или маленьким? Вот, скажем, для нашей страны вот уже сколько лет прошло, а мы уже и потеряли его. Поэтому для такой страны, как Китай, в которой больше 1,5 миллиардов, то, что там люди с голода не умирают, это уже большой прогресс. Вот у нас, когда был НЭП, у нас есть некоторые товарищи, которые, в том числе и в Рабочей партии России, которые говорят, как это так? В Китае есть миллиардеры, а вот у нас НЭПманы были, когда у власти стоял большевики, у нас были, между прочим, в это время создавались, так сказать, все необходимые условия для построение социализма, но еще не был построен социализм. А пока не построен социализм, значит, какие есть уклады? Капиталистический уклад есть? Есть. И какое главное противоречие переходного периода между нарождающимся коммунизмом и умирающим капитализмом? По принципу кто кого? Ну, в Китае какой идет процесс? Борьбы кто кого. Правильно? Вот, поэтому так обстоит вопрос.
Но одни, так сказать, представляют собой отживающий мир, хотя и богатые, и, так сказать, имеют в руках необъятную власть вроде бы. А с другой стороны, они все равно отживают. Ну, что делать? Жалко их. Так, кто у нас там? Вот там товарищ раньше задал. Как достоверно доказать, что альтруизм лучше эгоизма? Что-что? Как достоверно доказать, что альтруизм лучше эгоизма? Никак не докажете. Кому лучше? Вы какой эгоисту хотите доказать? Вы хотите эгоисту доказать, что альтруизм? Вы хотите у него вытащить 5 рублей? Ни за что не вытащить. Нет, так это неправильная постановка вопроса. Никак не, такое невозможно доказать. Есть эгоисты, а есть альтруисты. Но альтруисты, это они оторваны от общества, от борьбы. Есть люди, которые ставят, сказать, понимают, что сущность человека общественная. Так или сущность человека не общественная? И животное. Но человек животное. Это правильно? Ну вот там как раз спрашивали, оно полное это определение человека. Это животное общественное, трудящееся, говорящее обязательно. Слышите, вот мы сейчас говорим, это о чем говорит? О том, что мы животные говорящие. И разумное еще. Вот все эти признаки. Ну, можно вытащить что-то одно, но если это общественное животное, то и сущность человека общественная, а не индивидуальная. У сущности, у человека нет индивидуальной сущности. Человек рождается уже как общественный человек. Он в роддоме рождается, а не в гнезде, и не в норе. А роддом – это такое достижение мировое. И он с самого начала слушает мать, она ему песни поет и разговаривает с ним. Чтобы разговаривать с человеком, надо самому уметь разговаривать. Родители умеют разговаривать только потому, что они в обществе живут. Они их тоже научили. Они с рождения не умели разговаривать. Вы возьмите здорового ребенка, отправьте его, как говорится, в жизнь к волкам, как и бывало не раз. И он будет там через 5 лет не способен уже стать человеком. Не способен. Поэтому это развитие, наоборот, особенно быстро есть. Это сейчас такие стали взрослые люди, вот в отличие от тех, кто сюда пришел, которые считают, что я уже взрослый, и я не могу выходить за свой предел. А дети, они все время выходят за свой предел, они постоянно развиваются. Они все время делают то, что не умеют. Вы сюда пришли изучать то, что вы не знаете, правильно? Или то, что знаете? Странно было бы здесь видеть людей. Вы пришли изучить то, что знаете. Странно. То есть все время человек, до тех пор, пока он выходит за свой предел, границу он переходит, тогда он развивается. Как только он прекращает, говорит, я буду делать только то, что умею. Ну все, конец ему как человеку. Только то, что умеет, это вот человек тупой. То есть он будет держаться в границах того, что он достиг. Так что мы все время выходим за свой предел. Поэтому альтруисту привет. Мы с ним не играем, и эгоисту тоже привет. У нас другой эгоизм. Мы хотим действовать как действительно общественные люди. И вот Маркс, ну вот вы хотели бы быть счастливым человеком, как эгоист? Но если вы эгоист, личное счастье хотите? Так вот, Маркс писал, история славит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Я понял, что вас эгоизм сюда привел. Вы хотите счастье всем людям принести, трудящимся. Вот в этом ваш эгоизм. Я вас приветствую. Так, пожалуйста, давай. Михаил Васильевич, а вот расскажите о отношении понятий пролетариат и рабочий класс. Вот такое шире, такое или что-то включает. Вы, наверное, вы знаете, что пролетариат – это исторически очень древнее понятие, и оно развивается, как всякое понятие. И вот когда оно доразвилось до пролетариата капиталистического общества, и Маркс, и Энгельс, и потом Ленин стали употреблять как синоним пролетариата, современного пролетариата, рабочий класс. Вот и все. Но если вам хочется сказать, что он пролетариат по-прежнему, скажите. Потому что как у него раньше ничего не было, так и сейчас ничего нет. Особенно. Но, правда, тут подсуетилось наше руководство и предложило всем квартирку приватизировать. Вы приватизировали свою квартиру? Вы теперь будете доказывать, что вы пролетариат? Вот так. Дескать, у меня заводик, а у вас вот квартирка. Все мы с вами собственники. Всем я вас и поздравляю. Так это личная собственность.
А? Это же личная собственность. Нет, не дорогой, это у нас личной собственности при капитализме нет. Можете продать. Продайте мне квартирку свою. Какая личная собственность? Вы о чем говорите? Личная собственность была при социализме. И в собственности личной не могла быть квартирка. Все квартирки были в общественной собственности, а вы могли там жить бесконечно. Я вам докладываю, как, так сказать, лектор, что я лично не приватизировал свою квартирку. Я имею дело теперь с крупным капиталистом. Собственник теперь кто? Государство. Государство – это единый совокупный капиталист. У вас придут и отберут, а у меня черта с два. За мной такая сила, капитализм российский стоит. А я тут жить буду, и дети мои, и внуки там уже прописаны, и все. Ну, а если вот товарищ с нее не имеет доходов? Чего? Ну, с этой квартирки, он ее не сдает, он не сам. А все равно он частный, его помазали этой частной собственностью уже. Это его недостаток. Но это не страшный недостаток. Жить где-то надо же. Так, там вот были еще товарищи, да. Михаил Васильевич, вот Коммунистическая партия Китая, как партия коммунистическая самой большой социалистической страны, помогает ли коммунистическим партиям других стран, если да, то как она это делает? Она помогает тем, что она конкурирует с Соединенными Штатами Америки. Это очень большая помощь. Это во-первых. Во-вторых, она всем странам предлагает, перетягивает их к себе. И посмотрите, вот вокруг себя их концентрируют. А еще есть другая организация, кроме Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, давайте разберем. Бразилия, крупная, большая страна, латиноамериканская. Бразилия, Россия, опять та же пара. Бразилия, Россия, там кто еще? Индия, Китай и South Africa, Южная Африка. Вот опять они. То есть она оттягивает. И поле вообще империалистического угнетения скукоживается, потому что Китай вот этим он очень сильно помогает. А иначе у нас был бы фашизм американский во внешней политике, который уже себя проявлял и в Ливии, и в Ираке, и в Югославии. Нету Югославии теперь. Никак вот не запомните, сколько там стран. Перечислять обязательно что-нибудь забудешь. Так, там вот еще товарищ, да. Вы сказали то, что физика не диалектична, но ведь так же, как в науке логики, вся диалектика развертывается из понятия чистого бытия, как в капитале вся политэкономия развертывается из понятия товара, так и вся классическая физика развертывается из законов Ньютона. Так разве это не диалектика? Нет, это не диалектика, потому что развертывание – это характеристика любой научной системы. Каждая научная система имеет начало как неразвитый результат, и результат как развернутое начало. А что, математика не развертывается, нет? В основе математики что лежат? Вы вот можете сказать мне, что такое точка? Простой вопрос. Не можете. А почему? Нет определения. Нет определения. Тогда прямая. Прямая. Знаете, что такое? Знаю, но... Знаете? О, ну, скажите. Но вы не понимаете. Не понимаете. Ну, давайте плоскость тогда. Аналогично. Аналогично. Так вот, в основании математики лежат неопределяемые понятия. И от них вот дальше идут. И то есть, как бы их объяснение в том, что дальше из этого получается. Но можно взять другие аксиомы и другие. Вот когда если взяли другую аксиому в геометрии, получилась и другая геометрия, не Евклидова, Лобачевского. Поэтому это характеристика системы. Потом система у Дмитрия Ивановича Менделеева была. Что, диалектическая, что ли? Да ничего там нет диалектического. Но система-то есть у него, система элементов Менделеева? Можно было находить потом элементы, прямо свойства уже находить, еще не имея этих элементов, потом открывать. Так что это совершенно это не диалектическое движение. Это формально-логическое движение. Вот и все. Разные науки, да. Я хотел бы немного пояснить, что теория, о которой я говорил, она рассматривает развитие техники через преодоление противоречия. И чтобы этим управлять, разработаны инструменты поиска, формулирования и разрешения противоречий. Поэтому можно говорить, что она основана на диалектическом материализме. Я думаю, что она не основана на диалектическом материализме, она применяет некоторые основные положения диалектики. Основные положения диалектики могут применяться и в других науках. А вот где еще применяются примеры? Везде могут применяться эти достижения. Везде, даже когда весь вот такие допуски и посадки, ведь нигде не бывает точно вот такой величины, вот такого, скажем, диаметра вала. А говорят, еще можно вот больше или меньше.
И, соответственно, так сказать, вот отверстие, в которое, так сказать, потом этот вал вставляется, то же самое. Везде на самом деле существуют допуски и посадки, то есть какие-то приближения. Нигде абсолютно этой точности, которая только в математике, нету, а всегда с каким-то уровнем. Так, еще там вот есть товарищи, спрашивали, да? Кто? Вы? Давайте. Вы сказали, что изменения содержат равенство с собой и неравенство с собой. Неправильно, я такого не говорил, оно не содержит. Изменение – это единство, равенство с собой и неравенство с собой. И содержит это, вот я в себе содержу желудок. Это совсем другая картина. Просто изменение – это равенство с собой и неравенство с собой одновременно. Если вы берете только одно изменение, это уже не изменение. Я просто в этот момент неравенство вспомнил про категорию такую, как снятие, отрицание. Снятие к этому не имеет никакого отношения. Абсолютно. Снятие – это… Это просто отрицание с удержанием. Ну, это совсем другая категория. А при чем тут снятие? А изменение – это равенство с собой, неравенство. Это характеристика где? Как, это к какой категории относится изменение? Чего? Ну, полистайте. Для этого читать не надо. Просто листаете, находите и видите, что это относится к нечто. А нечто что такое? Это определенное наличное бытие. Вот вы дойдите до определенного наличного бытия, тогда будете говорить об изменении. А вот… А снятие, вы уже говорите, в наличном бытии, в самом начале. Это совершенно разные вещи. То есть нужно смотреть, когда мы доходим, и что до нее было, все в нее входит. Вот все содержание, начиная с чистого бытия, включается в эту категорию, до которой вы дошли. Так одно дело, вы дошли только до снятия, это наличное бытие, а другое дело, вы дошли уже до определенного наличного бытия, до изменений, до нечто. А после не, а в нечто еще есть... Определение – определение. Знаете, как определяется определение? Не знаете? Ну, узнаете. Так, еще. Да. Можно ли сказать, что все, что противоречиво, диалектично? Если вам хочется, можно. Вроде вы уже сказали, что вообще удвоение. Диалектично – это и значит, что противоречиво, да? Можно просто сказать «все». Диалектично. Можно сказать. Но все, имея в виду какие-то материальные предметы. А если вы берете некоторые мысли, абстрактные, формально-логические, они не диалектичны. Поэтому это, то есть эти вот мысленные всякие формально-логические вещи, они выпадают из понятия «все». Вы говорите «все противоречиво». А? Вы говорите «все противоречиво». Все, когда я говорю «все противоречиво», я имею в виду все материальное. А всегда можно придумать какую-нибудь глупость. И поэтому она вот уже будет по другой категории проходить. Можно, есть ведь категория чушь собачья, например. Так. Да, давайте. Вот вы сказали про Китай, что он своей деятельностью, коммунистический Китай, да, оттягивает некий полюс еще дополнительный создает в мире. Не дополнительный, а единственный полюс. Значит, единственный прогрессивный полюс он создает. Никакого другого прогрессивного полюса в мире нет. Но тем не менее, в самом-то Китае у нас-то переходный период пока еще. Да. И ну и что? Тенденции капиталистические, они сильны еще. И не кажется ли вам, что вот он притягивает к себе в том числе и Россию, и остальные страны поменьше капиталистические по такому же самому капиталистическому признаку? Конечно. Принципу, кажется. Это кажемость. А не по... Кажется, кажется. Это ваш вопрос такой очень простой. Не кажется ли вам? Кажется. Хорошо, так ли это? Нет, уж как спросили, так я вам ответил. Кажется, конечно. А категорию кажемости вы разберете там. Видимость, кажемость и так далее. Так, еще. Ну вот это, смотрите, Валерий, больше нет вопросов, представляете? Уровень какой? А, нет, есть все равно. То есть смысл, кроме... Извините, излично. Приватизировать смысла не было квартиру, да? Проще было ее оставить. Государство и так далее. Нет, ну сейчас идет процесс деприватизации. Некоторые товарищи обнаружили, что оказывается, за приватизированную квартиру надо платить больший налог, чем квартплата тех, кто оставил. А новые теперь появились снова уже в 10 раз больше, сказать, все равно строят дома,
И в них уже можно теперь снимать квартиру. То есть как при социализме, только у капиталистов теперь снимать. И только это в 10 раз дороже будет. Уже есть и это. А я вам другое расскажу. Вот вы почитаете жилищный кодекс, и вы там обнаружите, что вот если через... Вот у меня, скажем, есть эта квартира, неприватизированная. И вот решили построить дорогу, ну, которая должна пройти через наш дом. Что в этих случаях? Это для публичных целей. Значит, можно выселить людей. Компенсация. Если у вас квартира приватизирована, вам дают денег, сумму денег на уровне рыночной стоимости вот этого вашего жилья. Скажите, пожалуйста, какая будет рыночная стоимость того жилья, через которое будут проводить дорогу? Вы потом кирпичей не купите на эту сумму. А мне должны дать квартиру из расчета 32 метра на человека. Потому что я-то при большом капиталисте, а вы маленький капиталистик. И у меня же государственная теперь. Государственная. Самая крупная монополия. А вы в мелкой монополии сам себе. Но это так, больше шутка, конечно. Это несущественные вещи. Мы же не о производстве говорим. Это, конечно, не принципиально. Рыночная стоимость квартиры определяется нашим налоги на прибыль. То есть уже как бы она не... Неэфемерная, как бы, да? Она неэфемерная, конечно. Она вот она определяется с одной стороны, а с другой стороны, как можно так определить, можно так. Это же рыночная стоимость. Как определят, так и будет. Так, еще какие вопросы есть? Я все-таки, наверное, точнее. Раньше писала, было задано много вопросов, а сейчас говорят, было задано столько вопросов, что больше вопросов уже и нету. На этом тогда? А? Точнее я сформулирую. Вот есть Китай коммунистический, который своей деятельностью... А с чего вы взяли, что он коммунистический? Ну, социалистический. С чего вы взяли, что он социалистический? Нет, неправильно, неправильно, он не социалистический. Это социалистическая страна, то есть государство социалистическое. Когда начинается страна называться социалистической? Когда государство, когда после революции. А построен Китай социализм? Нет, не построен. А что тогда вы его... Ну, так если не построен социализм, значит, пока сказать, что в Китае социализм нельзя. Нельзя, ну, да. Ну, так вот. Идет. А что можно сказать? Идет вопрос, борьба по принципу, кто кого. Идет? Идет. Сколько государственный сектор имеет? План сколько охватывает предприятий? 55%. Разве не больше? Не больше. 55%. По китайским данным. Они сейчас вот в российскую газету есть вот такое вложение... «Дыхание Китая». И есть журнал на русском языке «Китай», там данные есть. В том же самом Китае, например, те, кто занимается программированием, работают по системе 996. 9 часов начинаем работу, в 9 заканчиваем, и так 6 дней в неделю. Так что там эксплуатация очень большая. И даже поскольку есть капиталистический сектор, вот там так работает, а вы попробуйте, меньше будете работать, в социалистическом секторе, в смысле государственном, и вы начнете проигрывать этому капиталистическому сектору. Там же конкуренция идет. Поэтому там очень сложная задача. Ну, так вот, поэтому так вот просто сказать, что коммунистический Китай, там коммунистическая партия у власти, это да. Так вот, вот это самое взаимодействие с более мелкими государствами капиталистическими, оно по какому вот принципу придется? То есть вот со стороны капиталистической части или... На международной арене все взаимодействие идет по принципу торговли и торгово-экономического сотрудничества. Никакого там другого принципа и не бывает. А что касается, так сказать, помощи и поддержки, ну, наверное, вы знаете, как вот если Россия, так сказать, против Америки голосует в Совете Безопасности, и Китай голосует. А сама пока эта Китайская Народная Республика ни разу не выступила против. Вот каких-нибудь американских акций. Это они тоже, так сказать, у них не особенно большая сила при этом. Военный потенциал китайский недостаточен для того, чтобы, так сказать, навязывать, так сказать, свои законы пока. Вот с Россией о чем договорятся, то и могут, так сказать, поставить такую прочную основу, потому что такой потенциал превышает американский. А пока еще такой силы нет. А народу много, да. И проблем поэтому много. Вы попробуйте только накормить рисом. Людей 1,5 миллиарда. Это очень страшная, тяжелая задача. Так, пожалуйста. А глобализм – это проявление капитализма? Ну, не так, неправильно сказал я. Как бы глобализация...
глобализация, да, она от капитализма идет? Или это просто, ну, ваше понимание? Глобализация, это понятие, выдуманное для того, чтобы не говорить империализм. Ну, смысл империализма в чем? Что все, весь мир поделен между крупными империалистическими державами, и ведется борьба за передел мира. А глобализация что? Что такое глобус? Шарик. Что сказали? Ничего не сказали. Есть целая теория империализма, а если глобализация, это вроде как отдельная теория. А тогда ту можно оттянуть в тень куда-то поставить. Никакой глобализации нет. Она давно уже все глобализировано. Империализм у нас давно. Ленин писал, написал целую книгу «Империализм как высшая стадия капитализма». Больше 100 лет назад. Больше, чем 100 лет назад. И вдруг глобализация. Проснулись. Так, еще у вас сосед. Как соотносится власть советов и ЦК партии? Соотносится так, что сказать, в каждом государстве есть, в современном, есть правящая партия. Партия есть авангард класса. А государство имеет классовый характер. Вот есть советы, это организационная форма диктатуры пролетариата. А диктатура пролетариата предполагает, что у рабочего класса есть авангард. Если этот авангард гниет, то гниет и государство, и наступает контрреволюция. События в СССР это подтверждают. Да. В Северной Корее, если я правильно помню, переходный период к социализму. А какие тенденции и признаки указывают, что они ближе к социализму? Корейская Народно-Демократическая Республика не переходный период. У них закончился переходный период. У них нет частной собственности никакой, нисколько. Мне посчастливилось быть в главе делегации, которая там, делегация Народной Правды, и представитель ленинградского телевидения, и Российской Коммунистической Рабочей Партии. Мы там 2 недели были, объехали все и везде. Я все спрашивал, и нигде там нету никаких частей частной собственности, никаких. Даже мы предлагали там им и рубли, и доллары, и смотрят. Бедных нет, проституток нет, бомжей нет. Как жить? Как жить? Как живут люди? Тяжело. Зато есть в центре, в Пхеньяне, огромное такое здание красивое, так вот, как обнимающее. Это огромный роддом, и пол каменный, из драгоценных камней. Мы говорим, а что драгоценные? Они говорят, а что, для кого у нас драгоценности должны быть? Ну вот роженицы здесь, дети. И как у нас кричат около роддома, значит, жене. А там, значит, берешь телефонную трубку и по цветному телевизору с ней разговариваешь. То есть видишь и ребенка, и жену, за минуту нажимаешь кнопочку, через 2 минуты приходит книга. Это такие библиотеки. Но состояние войны находится с 17 государствами. Вот были в Пэнминджоне. Тут один флажочек, а там 17 государств во главе США. Мой коллега, заместитель главного редактора, и говорит, я туда не пойду, на территорию Южной Кореи. Ну, можно в Пэнминджоне, так сказать, он пополам здание стоит, на границе. Можно зайти с той стороны стола. Я обошел, я был в Южной Корее 3 минуты. А он не пошел. И вот там, вы видите, в состоянии войны в 6 часов встают все и начинают работать. А в 10 часов выключается телевизор, спят. Нету там этих хромых лошадей, нету сгоревших этих детей, которых сжигали, как в Кемерово у нас. Нету ничего этой дряни, нету никакой дряни. Рис – самый высокий урожай. Все трудятся и учатся. И, наверное, вы понимаете, чтобы иметь ракеты и ядерное оружие, нужно иметь высочайший научно-технический потенциал. Высочайший. И трудятся очень здорово. И военные они хорошие, это все знают. Что, выиграл у них американцы в Корее когда-нибудь? Нет. Особенно при поддержке китайских добровольцев и наших летчиков. Корейский летчик И. Ван сбил 5 американских самолетов. Раз у них атомное оружие есть, они же не сами все произвели, значит, они торгуют, следовательно, у них какие-то капиталистические тенденции есть. Да, есть. В первой фазе коммунизма это есть родимые пятна. Они благодаря этим родимых пятнам торгуют с капиталистами. Есть у них такие. Где у кого-то, наверное, покупают, подкупают. Ну, возможно, да. Конечно. А так все делают. А как вы думаете, вот мы когда работали над... Мы разве у нас не было разведчиков в Соединенных Штатах Америки? Как вы думаете?
Да. Зато мы сделали первую водородную бомбу. Пусть потом у нас выясняет, как она, как мы ее создали. А мы ее создали первыми. Так, вот там был сзади, там товарищ, да. Возвращаясь к предыдущему, а как предотвратить гниение верхушки экспансии? Что-что? Ну, как предотвратить гниение авангарда? Значит, никаких механизмов предотвращения нету, только, так сказать, для этого нужна борьба. Вот одной из форм является обучение. Вот если у нас будет глубокое знание марксизма, мы не попадем в такую ситуацию, когда вот что скажет первый секретарь, то и будет. Потому что у нас культа личности Сталина не было, но культ должности был. Пришел враг народа на должность первого секретаря и обрушилась система социализма. Значит, надо, чтобы не один и не 10 человек, и не 15, чтобы была диктатура пролетариата, надо иметь еще знание, воплощенное в массу. Потому что идея, когда она владевает массами, становится материальной силой. А когда она только у руководителя, она не материальная сила. Убили этого руководителя, и все. Застрелили Берию, и уже один, так сказать, столб, который точно продолжал бы эту линию, который тут пропал. Да? Yeah. Да. А вот вы рассказывали про Северную Корею. Там только корейцы живут? Или другие коммунисты к ним приезжают, остаются жить? Ну, они приглашают там регулярно, так сказать, можно туда ездить. Да и вы можете туда поехать на экскурсию. Пожалуйста, они приглашают. Ну, как обычно, отдохнуть, посмотреть. Там есть очень интересный опыт, которого у нас никогда не было, даже в советское время. Опыт такой. Каждый партийный руководитель, каждый, кроме первого человека, Ким Чен Ына, обязан один месяц в году отработать неосвобожденным секретарем какой-то низовой партийной организации, заводской или сельской. И вот они, значит, с нами встречался секретарь ЦК. Говорит, извините, я с вами встречаюсь раньше, еще за отделом с вами не встретился, но завтра я ухожу секретарем вот в колхоз. И будет он рис в воду сажать вручную, потому что другой пока систему не придумали. Вместе со всеми. Зато они знают, как работать на молотилке и как вязать снопы. И мы видели, сначала мы пришли, вот такие важные, все тут все с значками, с Кимирсеном, в красивых костюмчиках. А потом мы пошли, товарищ, я долго склонял к тому, чтобы мы пошли там, где народ у них работает. Говорю, нет, там грязно. Я говорю, ну вот Кимирсен же не боялся грязи. Тогда они, значит, пошли на это. Пришли мы. И тогда они показали, как они работают, вот эти кто. Сняли пиджачки, и у них разговор другой пошел сразу. У нас такого нет. Вот хотя бы месяц проработал бы каждый руководитель в низовом звене, он бы потом знал, что как живет народ и как живут руководители. Вот а у них такая норма есть, а у нас такой нормы нет. У нас в Думе получают 400 тысяч рублей, и закон там какой пенсионный, а пенсия госслужащим. 75% от дохода. 400 тысяч получаешь, а пенсия будет у старушки 300 тысяч. Не щадят себе, дорогие. Нищета. Голодьба. Надо заканчивать. Да, мы не можем нарушать. Мы не можем отнимать свободное время. Последний вопрос у меня. Свободное время – это что? Для саморазвития. Ну вот. Но это не значит, что мы все равно будем задерживать. Спасибо. Но только не для саморазвития, а для свободного развития. В том числе от своих недостатков свободного и предрассудков. Спасибо, товарищи. Успешного вам занятия. Следующее занятие здесь проходит. Все добираются сюда сами. Никто никого нигде не встречает уже. Огородами проходят. Следующее занятие будет проходить здесь. В среду, 9 числа, в 19 часов.